Всем еще раз добрый уже, наверное, день. Дорогие друзья, у микрофона для вас работает Валентин Спецназ Сальногорский. Освещаю я турнир открытой квалификации Dota Pit. И у нас играют такие команды, как Seven Seeds против Geek Fam. Так, а я подписал, да, Seven... Ну, да, все правильно. Как на сайте, так и подписал. В общем... На ваших экранах мы видим, собственно, пики баны команд. И мне вот интересно, забанят ли GeekFam эту медузу. Потому что две игры, ребята осталось играли с медузой, и эта медуза просто вытащила им игру. Вот, ну, соответственно, видим, да, Морф, Баунти Хантер, Разор, Тролль и Террор Блэйд отправляются в бан от Seven Seeds. А от GeekFam отправляется Оракл, Найтсталкер, Нюк, Стайтхантер и Мереско. Отправляется в бан от GeekFam. Нет, здесь медузы точно не будет. В свою очередь пикают, ребят, Shadow, Demon, Juggernaut, Magnus, Leon, Тускар, Natur, Profit и Doom от GeekFam. Очень интересный, так сказать, пик. Первый раз они это пикают у нас вроде как. Нет, Дума пикали, да. Второй раз пикают Дума, ребята. Но Медуза будет или не будет у них сегодня? Вот, сейчас посмотрим. Ну, Seven Seeds задумались над четвертым пиком. Я думаю, это надо, наверное, какого-нибудь саппортика бы взять. Шаду Шамана, например, которого не забанили. Да, ну и в целом можно попробовать. Ну, вот я не знаю, если ребята вот взяли комбинацию, да, Шадов Демон, Магнус под Джиггернаута, вот пикните вы тогда Огр Мага. Это баф дополнительный для Джиггернаута. Ну и, соответственно, там Игнайт. Вот эти всякие приколюхи у него сейчас. На Хекс просто этот... как его называют? Сейчас, одну секунду. Где у нас? База знаний. Нет, герои. Где он? Огр. На мультикаст. То есть собираешь Хекс, и у него может прокнуть просто мультикаст на Хекс. Я уже пробовал, поэтому, если, конечно, не пофиксили, то это вообще замечательно. Это Тини у нас. Тут такой момент. Это как с Вингой практически, но это немножечко другая вариация. Тини просто Магнуса закидывает в толпу врагов. Магнус дает РП, подвозит к Джиггернауту. Джиггернаут всех убивает. Это вот так работает. Потому что прошлой квалификации сия региона на МДЛ как раз таки мажор, я не помню какая команда, осталось там ребята проделали это с Вингой. То есть на Вингу нападает три типа, Магнус подбегает, Винга свапает Магнуса в эту толпу, Магнус дает РП и просто три типа отправляются в бухту, в таверну. Там на 20-30 секунд, да. Ну здесь, наверное, будет такая же самая фигня, только Тини будет закидывать этого Магнуса, как баскетбольный мячик просто, в лунку прям. Тю! И побежали пацаны. Но тут не так просто дать РП, потому что есть сейвящий Тускар. То есть Тускар, если успеет дать свой сноубол и засейвить типов, то у Магнуса РП пойдет в молоко. Если не успеет, то хана GeekFam'ом, как говорится. Ну, посмотрим, увидим. Так, а я запись-то вроде начал, да? Отлично. Запись начата, все шикарно, как говорится, от души душевно в душу. Так, мне надо единственное только подписать. Так, сейчас одну секунду. Здесь у нас МСК Dota 2 с GeekFam. Fire. Да, также не забывайте подписываться на мой YouTube канал. Ссылки все на Твиче у меня имеются, собственно говоря. Там кликайте, вот там Twitter, ВКонтакте, YouTube, да. Вот, ну, собственно говоря, что я хочу сказать, это будет Ember Spirit. ОД и Бэтрайдер в бане у нас от обеих команд. То есть Seven Seeds забанил
Outer Devourer, Бэтрайдера забанили Гигфама. Ну и что? Здесь, кстати, керри персонажа, ну, Гигфамом в одного керри персонажа, конечно, тяжечка будет. Осталось 5 секунд. Но это... Я вот не понимаю, здесь Мидл Фурион пойдет или Леон? Что-то какую-то фигню, мне кажется, пикнули Гигфам. Извиняюсь за мои французские, как говорится. Эмбер Спирит, да, вот против Эмбер Спирита, если пикнут Вайпер, ну это как бы такой себе вариант, да? Пацаны такие, эх, Медузу. Выбирай героя. Керри Фурион? Что, простите? Ну, ребят, я не знаю, как это объяснить. На самом деле, пики сделаны, пиков больше нет. Керри Фурион, ну, окей, ладно. Базару как бы ноль. Будем смотреть. Очень интересный пик у нас от Гигфам, да. Да, Дашечки. Ну и в итоге Керри Фурион. Посмотрим сейчас, как этот пик реализует. Но это на самом деле проигрышная ситуация. Если они таким пиком выиграют эту игру, то это, ну, прям аплодисменты стоят. Ну, это, как говорится, самый худший пик был у Cloud9. Там они пикнули Лондруида, Брудмазер. Кого там еще? Брудмаз, а, Котла и еще каких два... А, Фуриона вроде бы, еще кого-то. Самый худший. Ну, давайте представим, ладно. Seven Seeds. Магнус, на Магнусе будет играть мид, 24 будет играть на Шадов Демоне, Вегита будет играть на Тинике, на Джиггернауте АМСик будет, и на Эмбер Спирите будет играть Луз. За Гигфам... МСУАЙ будет играть у нас на Фурионе. Почему Сизмар? Олос? Странно. Алакрити будет играть у нас на... Инвокере. На Доме будет играть Куку. На Тускаре будет играть Ранпо. И на Леоне будет играть у нас Брайэнд. Только почему-то... Другой ник Олос. И на Фурионе играет другой чел. Очень странно, на самом деле. Очень странно. Может, поменяли либо ники, либо аккаунты поменяли, конечно. Это они танцоры. Танцоры диска в стиле миска. Ну что, танцевать будем? Танцор диска. Вон Джиггернаут в лесах. Так, ну по линиям все понятно, но я думаю. Трипла будет внизу, Фурион, Тусик и Леон будет внизу. В медле у нас... Инвокер против Эмбер Спирита, и наверху Дум против Магнуса и Тини. У нас атака здесь на Джиггернаут. Будет ли еще что-нибудь, а что-нибудь не будет. Ну ладно. Да, очень интересно. На самом-то деле посмотреть на Керри Фуриона. Очень интересно. Керри Фурион в студию, дорогие друзья. Ну и поехали. Первые уже крипы должны падать от рук героев. Санстрайком добивает у нас Алакрити первого крипочка. Ну и пошли. Вот они. 1, 1, 2.
Дум съел крипа. Вот лучше бы ты, братан, лесного крипа бы скушал, и было бы все хорошо. А, ну там, да, как раз минута. Сейчас он пофармит быстро. Второй уже тини здесь. А, нет, первый. Не, немножечко. Шадо демон разбивает вард у нас. Вот здесь как раз-таки нашел этот глазик. Ну и Фурион. Против Джиггернаута. Ну, Джиггернаут здесь БФ должен собирать. По-любому против пеньков Фуриона как бы тут это... 100%. Тинни сейчас будет второй уровень. И, кстати, можно будет его попробовать убить. Ну, очень сильно пушит здесь куху линию. Тут просто инвокера загнал. Имберек. Подвышку. Да, попытается, конечно. Оп, заивыдел. Ну, в итоге сейчас в ответку пойдет. На левел, кстати, инвокер просаживается. Ну, Эмбер Спирит на самом деле может здесь погибнуть. Санстрайк не такой плохой, казалось бы, но нет. Так, Мангус вниз пришел в итоге. Оставляет Тиньков. Да, Тинь второй, уже Куху третий. Внизу Джиггернауту, естественно, нужна помощь в лице товарища Магнуса, чтобы давать им пауэр по КД. Ну, и это Магнус четверка и Шадоу Демон пятерка. Такое себе. Так, Эмбер может убить здесь Алакрити. Немножечко повезло, ну и отдает Алакрити здесь своего... Своего не то что питомца, а как его? Своего подручного товарища, который появляется из юбки. Или откуда там, я не знаю. Ну, в целом... Ну, Леон, вот, первый уровень, конечно, хексик бы ему надо, но третий, второй. Инвокер, кстати, здесь может погибнуть. Хотя, мана есть, попробовать. И First Blood. Повезло здесь, на самом деле, инвокеру. Ошибся здесь товарищ у нас на Эмбер Спирите. Ну и First Blood я опять не пропустил. И это уже что-то значит. Внизу у нас фласочкой кто-то отпивается. Фласочка отпивается товарищ Магнусевич. ПКД дает импауэр на Джиггернаута. Это хорошо. И в медле... В принципе, вот сейчас попробую... А, ну ботл имеется у товарища Эмбер Спирита, да? Пятый уровень инвокер. Можно попробовать сейчас спануть инвокера. Инвокер занаглел, но... Связать... И, кстати, Эмбер может погибнуть. А там реген... Ах, заявил Санстрайк. Ну и реген на халяву, это всегда приятно. Дальнего у нас тусик забрал дальнего крипочка. Ну и, в принципе, здесь битву за стаки. Не то, что стаки, а то вот большие крипы остались. Вот. Сатир душекрат. Так, и вот, пожалуйста, ну, здесь имберек погибает. Ну, кстати, он оставил реминант. Соответственно, он сейчас появится и на реминанте придет. Чтобы ему ТП не тратить, грубо говоря. Ну, Дум здесь уже наглеет, за вышечку ходит. Здесь, кстати, можно взять вот этого крипочка. И вообще будет прекрасно. Пятая минута, 4, наверное, руны. Для гигфамов будет. Так, и поймали здесь у нас Джиггернаут. И минус Джиггернаут. Также здесь можно убить еще и Магнуса. Минус Магнус. Приходит сюда Эмбер Спирит, забирает тусика. Ну, это размен 2 в 1, 4-2 преимущество, что удивительно, за гигфамами. Начало, да? 373 голды заработали. И нейтральным крипу отдается у нас. О, а тут очень интересно. Там трипл стак вроде как, да. Трипл стак для Джиггернаута. Неплохо, неплохо. Джиггернаут будет собирать себе...
должен собирать на самом деле себе здесь этот БФ. Медасик появляется на 6-й минуте у Фурион. Ну, в принципе, Фурион 29-15. Удивительно. Так, и, кстати, можно поставить... Дум будет юзать? Ну, такое, конечно. Шоквейвом, шоквейвом, шоквейвом будет. Шоквейв же есть. Ну, шоквейвом можно было бы добить. Куху маленечко не это. Так, в мидл у нас, кстати, выходит, ребята, на Эмбер Спирит. Эмбер Спирит здесь погибает. Здесь также можно, кстати, попробовать забрать еще и Шадов Демона. Шадов Демона не буду забирать. Уходит. И в итоге 360, естественно, Алакрити показывает на инвокере то, что тоже неплохо играет. И дабл дэмэдж для Фуриона. И в мид будет выходить на товарища Магнуса. А есть спруты, спруты есть. Здесь скиллер есть, если что. Поэтому, если что, лесок он разобьет. Так, ну и наверху пытается размять. Ну, на самом деле, я бы не размял бы Вегита и не пожалел бы на него Дум. Честно. Ну, конечно, Вегита может отдаться бы крипам, да, но... Доля вероятности того, то, что он отдаст скрипам. И хоть и маленькая, но есть, конечно же, да. А Дума, извините меня, там кулдаун 150 секунд. Ой, 145. На всех уровнях. 150 ман, 200-250. Опа! Магнус погибает от Санстрайка, от Алакрити. Ну и серию убийств у нас 4-1. Инвокер... Будет он собирать себе Аганим, потом Травела Блинк. Джиггернаут 5-й. У Джиггернаута все плохо, хотя 44 на 1. Здесь минус сразу. Вард, очень хорошо. Ну и на нижнюю вышку ребята накинулись из Гигфам. 6-2, 5000 преимуществ. Начало игры они выиграли, между прочим, да? То есть... Предыдущие они начало игры все проигрывали, проигрывали, потом в мидле камбэкали, а сейчас они начало игры выиграли. А вот в мидле посмотрим, посмотрим на 20-й минуте, как оп. Выход от Эмбер Спирит, вошли ветра, должен быть какой-нибудь колд снэп, санстрайк, заивэдил санстрайк у нас луз, ну и в итоге все хорошо. Так, ну и в мидл выходит, ребята, из гигфамов, да, то есть... А это снит. Не заденайл. Замидарасил. У нас Фурион крипчика. Ну и в целом, можно, кстати, здесь попробовать убить Фуриона. Так, стан пошел. Санстрайк есть. Но здесь Фуриона убьют, скорее всего. Ветра должны здесь. Подвозит двоих. Хорошо. У нас Магнус минус Фурион. Здесь также погибает товарищ Леон. Даблкилл для луза. Изи. Изи пизи. А, тут еще у нас загулял товарищ Тусик. Это очень плохо. Ой, какие фишечки в прямом эфире без регистрации СМС. Ты в порядке? Награда. Вот они, спамеры, спамеры. Ну и Дум, ни разу не вкастовавший Дум, будет собирать себе... Что? Мидас, 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 и еще раз Мидас. Еще один Мидираст у нас появился. Мидирасты, они такие Мидирасты, да. Ну и в целом, что? По рунам тут поймали у нас... Шадов Демон погибает. Шадов Демон погиб. 75 голды. Даже пенька не жалко отдать за эти 75. Сколько там? 16 голды всего. За вард получил больше. Ну и все. Мидаст юзает. У Фуриона уже будет Блад Орхид скоро. В целом, да. То есть Эмбер Спирита будет еще проще убивать. Тини также будет проще убивать. Сюда. Что ему будет лететь?
Ничего, пока не летит Синику. Ну, будет, скорее всего, ПТ, да. Я надеюсь, он не будет собирать Мидас. Тут РП есть. Дума хотят выйти здесь. Барабаны следующим артефактом Куху будет собирать. Но здесь есть еще на подсейве у нас Тусик. Ну и внизу Фурион пушит нижнюю вышку. Леон, конечно, 5 уровня. Вот ему бы сейчас дособирать. Ой, ну, получить 6 бы. Вот так, на верхнюю линию. Прилетел Фурион. Ну, правда, без этого. Без пеньков. Так, поймали здесь Шаду Демона. Шаду Демона прячет. Ну, дальше не пойду. Естественно, сейчас... тут пришел Эмбер Спирит. Эмбер Спирит, ну тут летит еще и Тини, да, здесь надо Куху продавать, 100%, даже не тратить Дум, пытаются здесь Дум Чанского убить, хотя, нет, здесь должны его забирать, хоть Куху мансит, Санстрайк. Серия убийств, кстати, для Эмбер Спирит, то также Низук фармит. Джиггернаут. Джиггернаут ульт потратил в никуда. По пенькам он попрыгал. И все на этом. Уже первый обливен став есть. Ультанул у нас. Ну, 5 уровень. Вот 6 сейчас получил. Можно, в принципе, попробовать какой-нибудь дать фингер. Ну, фингер, кстати, я не знаю. Вроде в крутилку не работает. А если бы дал фингер, было бы прикольно. Санстрайк надо было раньше, наверное, давать. Да, чтобы... Бегает тут Леончик, расставляет у нас варды. Топ-топ-топ-топ. Вот и Джиггернаут. Собственно, персоны. Яши следующим артефактом. Гонит у нас Дума. Опять Думу убивают. Ну, тут вчетвером. Дум, конечно, у нас заюзали на Тине, но это такое. Дум погибает. Тут приходит Леон. Леона прячет. А зачем сюда пришел Леон? Фингер куда-нибудь. Дал. Все-таки. Тиги, Фингер. Ну и заработал, кстати, для себя это способство. Ну, надо тут товарищу Тусику убегать отсюда. Должны. Это не подловили. В принципе, неплохо сыграно от Тусика. 2 в 1 размен. Плюс, кстати, подрались, естественно, для себя товарищи Seven Seeds. Конечно же, Джаггернаут с дабл дэмэджем, нижняя вышка падает, потихонечку, полигонечку падает вышечка. Ну и это неплохо. Барабаны, кстати, я купил уже Эмбер Спирит следующим. Артефактом будет покупать Мейлшторм. Тини пока что фармит на Блинк Даггер. Пока, кстати, не покупает. Заметьте, не покупает пока что ни ПТ, ни Мидас. То есть думает, чтобы купить. Но ладно. Здесь Леон девардит. Леон задевардил, спокойно ушел. Ну. Трайк Шадов Демона. Неплохо, неплохо. Причем фармил на варде. Здесь Санстрайк давал, по сути, вслепую. Алакрити. Ну, кстати, Алакрити Тини, я не знаю, в солу может убить. 13-го, Тини пока 10-го. Аганим. Аганим-то у него уже практически сейчас будет. Да. Ой, здесь, кстати, разминулись ребята. Ловит Шадов Демона здесь. Поймали его. Ну и Фингер. А, Фингер КД. Ну ладно, хотя бы так, окей. Так, Тини здесь. 11-й получил. Блинк Даггер купил. Все хорошо. Эмбер пока что. Понял. Джиггернаут фарм. Ой, стаки сладкие. Яши уже есть, это хорошо. Так, здесь, кстати, будет выход на Алакрити. Алакрити делает телепорт. Сделал телепорт, улетел на базу. В принципе, Аганим себе купил. Следующим будет Тревелла. Санстрайк.
ней получилось. Так, ну, Дун, Стан здесь. Фингер, кстати, есть. Есть Фингер. А Фурион у нас где вообще? Фурион фармит леса. Купил себе уже Орчит. Следующим артефактом будет Мейлшторм покупать и ДДшечка. Да, пока что керри Фурион неплохо. Так, так, так. Керри Фурион. Ну, наверное, надо заходить на Т3 вышечку. Можно было бы подпушить. Эмбер Спирит здесь, конечно, отпушивает. Идет вот этот рукотворник. Дух, что ли? Рукотворник. Ну да, ну верхнюю вышечку видим то, что подпушивают ребята из команды Seven Seeds. Минус Т1 вышка. А внизу у нас подпушили уже гигфамы. Т2 Тауэр также будет сейчас пушиться. А Блинкдаггер есть? Нет, Блинкдаггера нет. Эх, жалко. У Магнуса нету пока что Блинкдаггера, это очень плохо. Вот вниз пиликает сейчас Леон, говорит, пацаны, давайте пойдем вниз, вроде нижнюю вышку подпушим. Минус центральная, и нижнюю вышку перешли. Да, гигфамы что-то вообще разошлись. Таким пиком, если они выиграют, это будет полшток. Да, кстати, скрипстат надо убрать, а то я что-то... Маленечко затупил. Дорогие друзья, 17-я минута. Так, пошел прокаст от инвокера. Тини засыпает Леона. Хороший дэмэдж по двоим. Ну и в итоге... Все. Инвокер здесь не должен погибать. Ну, в итоге все. Башню убили. И на самом деле можно забирать шрайны. Легко и непринужденно. Т3 забили. 12к преимущество. Там... 2000, кстати, по опыту всего лишь. Но по деньгам много. Ну, а Лакрити, да. Лакрити на инвокере показывает тоже неплохую игру. В принципе. И попадает санстрайками, бывает. И в целом... Ну, видим, да, топ-3 нетворса у нас за командой GeekFarm. Здесь пытается какая-то атака, наверное, да? Тут цепанули у нас... Хотя, кто здесь кого-то спанул? Минус Леон. Леон хочет все-таки вкастовать кого-то Фингер, но не получается. Не получается, он своим лицом торгует, а помощи от команды-то нет. Так, Фурион. Ну, Фурион на самом... Фуриону надо как бы сейчас подпушивать вот нижнюю линию, пока ребята тусуются в своем лесу здесь. Вверху Фурион в итоге летит в лес вот здесь, да. БКБ будет тарить после Мьёльнира. Манта появляется у нас в Дивнаут. Хороший выбор против Сальца. Тинни вот все-таки купил ПТ-шечку. Да, Блинкдаггер у него имеется. Интересно, что будет. Наверное, саблю какую-нибудь будет собирать. Вегита. Так, Санстрайк пошел. Санстрайк в итоге. Ну, не прошало. А просто на прочек Рошана. Ну и Дум с Джиггернаутом соревнуется за третью строчку по нетворсу. Ну да, там Блинкдаггер у Дума, то есть следующему будет собирать худ. Потом, наверное, я думаю, пайп какой-нибудь будет собирать. Видит то, что здесь бегает Магнус. Видит, наверное, также Эмбер Спирита. Так, ну и в смоке, да, в смоке ребята из Гигфама выходят. Здесь такой тоненький момент, может быть. Они, ну, на Shadow Demon, конечно, этот смог не хотелось бы тратить, да? А, вот, что надо развести. Должны сейчас. Ай, исчез Реминант. Зачем мне это? Ну, Фурион... А, Фурион сейчас пеньков отправляет. Так, ну, Мьёльнир следующий артефакт. Не будет здесь БФ все-таки собирать... Джиггернаут наверх улетает. И, кстати, вот этого персонажа бы можно подловить. Здесь покатился у нас тусик в Эмбера. И Эмбера, кстати, здесь поймали. Фингер и до свидания. Ну, засчитался убийство Фингера. Ну и как раз-таки шрайн, убийство шрайна.
Эмбер, конечно, без байбека. 558 голды ребята заработали, да, за этот фраг. Все-таки выловили, поймали на ремонанте этого имбиречка, имбирька. Ну и минус второй шрайн. Здесь должны также забирать верхнюю, ну не то что верхнюю линию, верхний тауэр. Т2 тауэр стоящий, да, 21-ю минуту. Ну и пока что гигфамы давят. Гигфамы давят, 16 тысяч преимущества. Главное, вот в лейт им не надо запускать, потому что вот... Что, ну, вот в Сигнафе, когда играли, они дали Медузе расфармиться и, соответственно, тем самым проиграли игру там, да. Вот, то есть, проиграли файт, отдались в пятером. Вот также здесь гигфамы могут также отдать, ну, отдать свое преимущество, погибнуть где-то в пятером и, в принципе, отдать в целом игру. Сейчас смог. Блинкдаггер, как долго до блинкдаггера оно... Опять разделенная пятерка, хотя 2000 преимущество, ой, 2600. У Магнуса есть, конечно же, ну и... Ой, здесь могут поймать Тусика. Вот это прикол сейчас был. Вроде Тини за... Ну, гречка-то засыпал, а успел товарищ Тусик-то отпрыгнуть на блинке. А наверху погибает. Джиггернаута убили. Через Дум, да? Да. Ну, в итоге идет сейв ТП у нас от Дума, сейв ТП от Фуриона. Быстро должны забрать Тинника здесь, минус Тини. Здесь, в свою очередь, Дум пытается втанковать в Эмбер Спирит. Эмбер Спирит. А РП это ж куда, дружище? Нет уже основного дэмэджа. Ну и как больно просто разваливают гигфам. Ну, трипл килл у нас для керри Фуриона. Минус 4 в целом у нас от гигфам. 1123 голды они зарабатывают. Ну и заход на Рошана. Медальки, конечно же, нету, но и без медальки спокойно должны ребята справляться. Здесь БКБшка уже, следующий Кираса будет. Изолятор, видимо, не стал собирать пока что. Или Фурион будет. Да, очень интересно. Керри Фурион. А, нет, все-таки отдали Алакрити, Аегис. Ну, надо пушить. Надо заканчивать. 21к преимущество. В принципе, мы видели, что... Ну, это было все без Джиггернаута, что самое интересное. РП было... Конечно, неплохое по двоим, но был бы Джиггернаут. С Джиггернаутом, мне кажется, было бы неплохо. Подрались бы, даже и плюс, возможно, поймали. Ну, такое. Разминочные, я бы сказал. Разминочные фисты для товарища Инвокера, Инврукила, как хотите его называйте. В маске и в плаще. Тацует как вообще. Леона видит. Леона Блинкдаггер. Девардил. Какой жук у нас Леон. Так, ну Фурион есть, конечно. Вот можно, кстати, здесь и Некра было бы собрать. Тоже как такой атрибут. Так. Смоган. На смок отряд на нижнюю линию. Не надо брать рунку. Да, и, соответственно, гигфамы. Сейчас Фурион только возьмет. Ну и, кстати, здесь могут найти опять же Гернаута, убить его через Дум. Да, пошел Хекс. Фингер быстро, минус, до свидания. Дум, кстати, был потрачен в Гернаута. Ну и, соответственно, засчитал, да, засчитал. Пошла у нас драка. Минус также Магнус и минус Эмбер Спирит. Остался один Тини, который фармит внизу. Сабля у него есть, конечно. Пальцы Магнус, у Магнуса есть РП. Но нету байбека у товарища Джиггернаута. И заходит на Т3 Тауэр гигфамы. Так, там вроде все нормально. Да, все нормально у меня. Все неплохо. Ну и что, заходит, да, мин. Я там. А что они как быстро бьют-то? А, ну там под гиперстоуном просто иллюзия. Ну и все, минус барак в центре линии. Барак этот сам, казарму магов упадет сама.
Потому что не регенится. Ну и можно... 30 тысяч преимущества. 30 тысяч. Что, Doom? Следующий, через 60 секунд Шива следующим артефактом будет. И как бы... А, не та нижняя линия полностью упала. Да, что-то я пропустил. Видимо, сразу две линии забрали ребята из гигфамов. Да, очень интересно. Таким пиком, конечно, без, ну, выраженного керри. Фуриону поставить на керри. Это достаточно смелое решение, конечно. Но не то, что... А то, что с таким пиком редко, когда выигрываешь, на самом-то деле. Извиняюсь. Да, очень-очень интересно. Однако, дорогие друзья. Кираса, вот, пожалуйста, у Резмара. В мидл. У Фуриона. Леон погиб. Леона здесь убили. Два. Так, БКБ включает кухун и на разрате. А Дум 4 секунды. Можно на эмби... Ладно. Так, а ну тут казармы падают. Да, минус вторая линия и... Т2 Тауэр. Вот. Не было бы Т2 Тауэр, сейчас пеньками просто отправил на Т3 вышку. И, в принципе... Колодцы падают, колодцы падают. Колодец здесь упал, еще два колодца. Так, чуть-чуть Т3 такой побил. Ну, а наверху кого-то там пытаются убить. Это инвокер. У инвокера есть Аегис. Откидывается, старается откидаться по максимуму. Убить хотя бы... А, тут прилетел еще Фурион на помощь. А инвокеру, ну и инвокер. Ну да, у Хиггс... Хекс просто на Джиггернаут и Фингер. Ну, Фингер, конечно, зря на Джиггернаут. Джиггернаут раскастовывается по Фуриону. Минус Фурион. Ну, это размен на 3. Ой, как больно-то здесь. Минус еще тут Усик. Также здесь Дум может погибнуть. Хотя здесь Хекс по Джиггернауту. Джиггернаут живет. Хорошие фисты. Ой, как минус 3 просто моментально от Джиггернаута. И здесь 1-1. Алакрити против Луза, остались два мидера разных команд, ну и... Ух ты, еще жук какой, крипов воруешь, говорит Алакрити. Вот, кстати, если бы у Алакрити был бы Сайленс, он мог бы попробовать забрать Эмбер Спирита, ну, кстати... Такой, приманивает. Ну, 4-4 размен, неплохо сыграно. Ты че, хаянный такой? Троллит маленько. А чё, мне не покажут, что ли? Вы чё, обалдели? Чё не показали? На итоге боя. Ну, ладно, бог с ним, как говорится. Но 30к преимущество, вот. Вот что значит. Ну, неплохая, кстати, драка для Seven Seeds. На самом-то деле, потому что они убили 4. Конечно, инвокер выжил, но все же убили и Фуриона первого по нетворсу. Да, 24 тысячи просто на два артефакта. Так, ну да, 8 тысяч. Это полтора артефакта. Полтора. Это та же самая Кираса. Так, инвокер. Ну, инвокер Октарин, в принципе... Следующим будет Шива, потом Рефрешер, Катаклизм, Бласт. А, ну Бласт вокруг, да, вот Катаклизм на 20-м, на 25-м Бласт будет вокруг героя. Ну и, кстати, ой, здесь Вард стоит. И видит здесь Леона. Так, ну, кстати, инвокеры могут вот эти таланты маленечко фиксануть, возможно, в следующем патче, может быть, да. Потому что катаклизм и бласт, ну, как... ну, хотя, не знаю, посмотрим. Поживем, как говорится, увидим. Так, у Фуриона опять дабл дэмэдж, здесь могут поймать Эмбер Спирита, есть... А, ну тут линка, уже никак... Нет, сбить-то можно, да, каким-то коудснэпом, но... Эмбер Спирит, я думаю, не такой дурачок, да, он сразу на ремнант и уйдет. Так, ветра, все дела.
Эмбер. Реминант ушел. Ну, видит сейчас, кстати, Эмбер и Дума, и Тусика. На Тусика, кстати, будет сейчас нападение. Линка у нас на Джиггернаута. И БКБ включает Куху. Куху должен сразу погибнуть, не поставав ничего. Нету байбека у него. Ну и до свидания. Шарик у нас покатился в Джиггернаута. Катаклизм вроде бы неплохой. Хороший ульт от Фуриона. Можно, в принципе, попробовать кого-нибудь здесь еще убить. Минус Эмбер Спирит. Хорошо. Эмбер Спирит укупается. Как же больно Тинику. Тут пришел у нас Блаторн, Фурион. Ну, кстати... С Блаторном Фурион это тоже такая... А там, кстати, вон внизу падает центральная вышка Т4, да? А у Фуриона есть еще? Нет, у Фуриона ульта нет. Он, кстати, может, ну, в наглую, конечно... Не. У Тинника просто бомбануло. Ну, Линку будет собирать следующий артефакт, ему не проще. Вот, ну, БКБ, конечно, собрать можно, да, в целом, что ли. Ну, или Скади какой-нибудь, я не знаю. Верхнюю вот башню разрушили, теперь можно на Т3 заходить, на последнюю линию. А тут, кстати, Рошан скоро появится, минута 20 до Рошана. Дабл дэмэдж. Ой-о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 й. Фурион такой, ну окей, я постою вроде, я обратно улетел. А, у него нет. А, телепорт без перезарядки, прекрасно. Просто в любую точку. Трын, 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 бесконечная ТП-шка. Так. Три заряда, да, от Фингера. Вот огоним прям. Дальность способности 150 минут. Дальности Эрцспайкер. А, ну, понятно. Хекс применяется по области радиусом 325. В принципе, вот Хекс. По области, да. Но здесь вот рефрешер остается чуть-чуть. Алакрити. Ну и сила тьмы. Почему-то скан такой. Так, здесь у нас стан. А чтобы Эмбер Спирит не нападал. Гост следующим артефактом будет собирать Куху. 30 тысяч нетворс у нас у Фуриона. Ну, Фурион за пак сатаником. Смог. Ну, и через мидл пойдут. Вот, инвокер. Ну, нет, через низ, либо через мидл. Здесь Шадов Шаман бегает. Шадов Шаман, да, такая сладкая прям булка. Блинк Дайгер до сих пор нет. Так, поймали Тиник. Тиник без... пора включить байбеки. Байбека нет у Тиника. Дум быстро на Эмбер Спирит. Эмбер Спирит без байбека. Ну и также погибает у нас Шаду Шаман. Шаду Шаман также без байбека. Ну и в целом... Бабочку, кстати. Бабочку себе купил Джиггернаут. Кстати, у него не будет байбека. И Фурион забирает у нас Рошана. Вместо Мидаса. А, нет, Алакрити дадут, скорее всего, этот Аегис. Нет, Фурион, да, вместо Мидаса. Аегис, Сырок там. Сырок забрал у нас. И руна регенерации, руна регенерации. Пошел. А куда фармить леса пошел? Ты серьезно, дружище? Просто 40к преимущество. 40к преимущество, и ребята боятся закончить. Хм. Да, с таким Фурионом вообще Хекс этим артефактом будет. Так, Куху урывается, но у него нету. Думаю, еще 70 секунд. Ну тут быстро 3-3 упадет. Так, а следующий там уже появился соперник. Да, следующий соперник появился. Это ЮМТ... детонатор, наверное. Детонатор? Так, байбэк... А, ну у нас тут погибли просто моментально. И Тинни, и... Магнус. Магнус, кстати, до сих пор РП не дал. Это мега-крипы у нас для команды Гифам. То есть с мега-крипами они сейчас будут играть. И Фурион ушел. Четыре. Убийство Сфингера.
Руны еще богатство, сколько тут? 111. Команда света добила свою центральную башню. Прекрасно. Т4 заденайл у нас луз. Ну, в итоге тильтанул, да, вот он вокруг просто Т4 бегает, все, то есть. Ребята тильтанули. Смог просто, здесь Тини сразу спалил смог. Так, ой, Тиника здесь поймали, но Тиника здесь не отпустит, да, после байбека. Спрятали его, метеор по нему, ну, здесь досвидули. Бласт. Второй бласт. Катаклизм. Пошел ульт от Джиггернаута. Минус Аегис. Хорошо. Минус Леон. Отлично. Пытается забрать у нас Алакрити. Но в итоге не забирает. Тут мне крипы больно, больно, больно. Пошел еще сноубол у нас от Тусика. Валрос Панч. Минус Джиггернаут. У него байбек есть, конечно. Но там мега крипы уже Т4. Летит просто за спину Фурион. Минус. Сфингера убить и засчитается, не засчитается. Наверное, да. А, да и Джиггернаут еще не умер. Минус 5. Это good game. Гикфамы 50-60к преимущество. И next. Катка, как говорится, да. Соответственно, здесь уже... Ну, ребята сразу видно были то, что... Так, что у меня за фигня? С высокой нагрузкой. Продолжить. Ну, хорошо. А, неплохо сыграно. А, куда? Куда? Так, в итоге, что у нас? Ну, в общем... В итоге придется мне покинуть игру, да. Финальную статистику я, к сожалению, не посмотрю. Так, и у нас должно быть сейчас еще одно, наверное, лобби. Лобби. Должно быть... Лобби еще одно. Да, ну, никуда не уходить, в общем. Сейчас будет музыкальная пауза. В целом, следующий матч скоро начнется.